Пингвинс, но перед этим они позволили одному хоккеисту Торонто втроем, не сумели его контролировать, выпустили на пятачок. Да, это Джонсон был. И гол, вторая шайба. Вторая шайба, вновь бросок от синей линии, вновь шайба кого-то задевает. Сейчас будем разбираться, кого. Поздравляют, похоже. Я так понимаю, что поздравляют сейчас пока все друг друга. Кто станет официально автором заброшенной шайбы, мы сейчас посмотрим. Не Джонсон ли, который вот тогда его наносил трое с трудом. Наносил-то бросок Юшкевич. Юшкевич и Джонсон с лета подправлял шайбу. Подправил или намеревался подправить? Сейчас нет, вот подправлял. Шайба изменила направление полета. Вот. Да. Абсолютно с вами согласен. Итак, 2-0. Бросок от синей линии сначала из правого угла. 1-0 теперь с левого. Да, Торонто лучше играть в равных составах, а не имея лишнего игрока.